Здравствуйте! Итак, вы решили открыть свой частный кабинет. Вы являетесь специалистом без медобразования, либо со средним медицинским образованием. Вы можете оказывать все виды косметологических уходовых процедур по лицу и телу, также с применением аппаратных методик. По сути, косметик-эстетист может производить все виды уходовых процедур, за исключением инъекционных методик, срединных и глубинных пилингов и некоторых видов аппаратной косметологии. Для того, чтобы начать работу, вам необходим хотя бы минимум ваш кабинет. Для этого вам потребуется кушетка, стул, лампа-лупа, сухожировой шкаф. Предлагаем также для начала взять воскоплав на один картридж и косметологический комбайн. Комбайн мы предлагаем М1890, в нем есть такие функции, как фонофорез, ультразвуковая чистка и микродермабразия, что позволит вам расширить свой ассортимент услуг и делать разные виды чисток в зависимости от потребностей кожи вашего пациента. Также фонофорез вы можете рекомендовать в качестве курсового назначения, либо комбинировать в процедуре. Оснащение данного кабинета обойдется вам 42 тысячи 50 рублей. Представляем вашему вниманию второй вариант для вашего успешного стартапа. В данной комплектации оборудования также идет кушетка, стульчик, лампа-лупа, сухожировой шкаф, тележка и такие аппараты, как Bubble и аппарат микротоковой терапии B809. Аппарат Bubble позволит вам расширить сразу спектр своих услуг такими аппаратными методиками, как радиолифтинг, спрей с распределением активных веществ, криотерапия, ультразвуковая чистка, ультразвуковой массаж, гидропилинг также является топовой процедурой и востребованной на сегодняшний день, и фонофорез. Микротоковая терапия вам позволит проводить процедуры не только по лицу, но и по телу. Комплектация данного кабинета 100 тысяч 50 рублей. В следующем варианте мы предлагаем вам косметологическое кресло, стул, воскоплав универсальный, что позволит вам производить депиляцию также и деликатных зон. Сухожировой шкаф также необходим для стерилизации ваших инструментов. Косметологический комбайн, который позволит вам проводить массу процедур эстетики для лица. Здесь функция гальванизации ионофореза, что позволит вам ввести препараты брашинг, дарсенваль, лампа-лупа. Также есть в комплектации вапоризатор, который может работать в функции ионизации. Спрей, вакуумный массаж, с которым вы можете проводить и вакуумную чистку, и лимфодренаж. Также ультразвуковой пилинг, ультразвуковой массаж и фонофорез. И для того, чтобы начать работать уже и с телом, предлагаем вашему вниманию аппарат миостимуляции с вакуумно-роликовым массажем. В комплектацию входят как электроды для миостимуляции, банки, так и ролики, что позволит вам не только работать с лицом, но и полноценно оказывать услуги по коррекции фигуры. Данная комплектация стоит 134 500 рублей. В следующей комплектации мы предлагаем вам добавить аппарат М15. Данный аппарат позволит вам еще расширить свои услуги, добавив при этом вакуумный массаж с радиолифтингом, радиолифтинг мультиполярный по работе с телом, триполярный радиолифтинг по работе с лицом, кавитацию и микротоковую терапию. Комплектация данного кабинета составит 170 тысяч 500 рублей. Далее предлагаем вашему вниманию чек-лист по необходимому минимуму препаратов для лица и тела. При подборе косметических средств по уходу за лицом и телом помните, что основные ваши пациенты – это лица после 25-30 лет. Поэтому выбор нужно сделать на антивозрастные линейки. На нашем сайте Esthetic Online вы сможете подобрать все необходимые средства. Большой выбор профессиональной косметики, а также огромный ассортимент инновационных аппаратов, на которых вы сможете пройти обучение в нашем учебном центре. До свидания! Будьте молоды, здоровы и красивы!